Пока никаких следов Ратланда. Нам удалось узнать, что он тут делал? Нет, но есть еще кое-что. Винстон сказал, что твой отец разрабатывал это место еще до твоего рождения. В этом нет ничего удивительного. Случается время от времени. Всем привет. С вами Ниагара. И не знаю, стоит ли включить фонарик, ладно? Раз уж она пошла с фонариком, ставим пока что. Проходим Лару Крофт. Том Прайдер, легенда. Снова живописные места. Это мне нравится гораздо больше, чем какие-то тусники, клубы и вечеринки. И это исконное, так сказать, Ларина местечко. Если не сложится, я смогу заняться открытками. Она обожает лазить. Вы только посмотрите, как эти термиты тут все изгадили. Это никуда не годится. Похоже, они вошли не с этой стороны. Есть идеи? Посмотрим. Мне лучше всего думается, когда я прыгаю с обрывов. Так, нажать. Вода замечательная. Я что-то... Я так скучала по Гане. Допрыгнула. Но это был такой какой-то немножечко нелепый прыжок. Ну ладно, главное, что Лара жива. Что мы на месте. И что это? Нет, вот сюда. Посмотри. Давай. Зацепиться. Ну. Нет? Нам не опускается. Что-то мешает. И мне, наверное, да, не допрыгнуть сюда. Абсолютно точно не допрыгнуть. Так, хорошо. Ну что, она не может там проплыть, что ли? Блин. Никак здесь не проплыть, ладно. Похоже, что у меня другая задача. Поплавать вот здесь. Вот здесь и найти что-нибудь... То, что мне пригодится. Давайте немножечко осмотримся. Не вижу такого ничего полезного. Ну, ладно. Попробуем поплавать. Возможно, что-то здесь найдется. О, смотрите, артефакт. Класс. Обязательно сейчас подберем, если мне воздуха хватит. Ну... Я могу до него доплыть, нырнуть потом попозже. Такие артефакты я давно что не подбирала. Вот он. Ну, бери его. Отлично. Так, тупик, насколько мы видим, да? Ее, по-моему, даже сносит течением. Круто. Физика. Замечательно. Так. Что здесь у нас есть? Есть какая-то другая сторона. Ага. Хорошо. Здесь ничего мы сделать больше не можем. Накупались. И как-то мне надо попасть наверх. Ладно. Я вижу путь. Забираемся наконец на этот канат. Угу. Сработал какой-то механизм. Смотрите-ка. Что она натворила? А, вот куда мы дели храм.
Эффектно, но непрактично. Закон жизни. Еще как эффектно. Лара, а ты, я смотрю, времени зря не теряешь. О, смотрите-ка, это же Ратланд. Не желаешь спуститься поболтать? Только если ты меня подстрелишь. Удаленные отношения обычно заканчиваются плохо. Я бы пожелал тебе удачи, но... сама понимаешь. Не надо желать мне удачи. Алистер должен на это посмотреть. Он все еще пытается выяснить, откуда взялись эти обломки меча. Пока здесь только мы с тобой. Отлично. Ух ты. Да. Мне придется здесь как-то перебираться. Так. Далековато. Плот подтянем. Чтобы перебираться. Ну, и что там за древний артефакт? Да. Он совсем не древний. Парни Ратланда, наверное, ездят на нем. Так, подождите-ка, надо выровняться. Нет! Ну, Лара. Давай, давай. Смотрите, там еще что-то есть. Ну и чё, и все, мы на той стороне, нам вот это вот все не понадобилось. Господи боже. Зачем я тогда это было? В записной книжке отца. Он был здесь. Довольно жутковатое местечко. Ух ты. Ничего себе! Жесткие попадания. Черт, это был не Ратланд. Он все еще где-то здесь. Ну, подберем, что ли, вот это все, нет? Не хочешь? Возьмем дробовик. Так. Не очень эффективно для ловушки. Она не работает. Что-то да. Заклинило. Что-то заклинило. Ага. Чтобы открыть ту дверь, мне сюда нужно что-то поместить. Что? Я здесь ничего не вижу. Скелетик, может тебя положить туда? Угу. Давайте посмотрим, может быть, можно, да, просто пробежать. Да блин. Тихо. Мальчики. Спокойно. Так, у меня пистолеты. Они все там наверху. Вы не хотите ко мне спуститься? Смотрите, тут что такое? Скорпионы. Красивое место, блин, ну как же я люблю такие местечки. Обожаю просто. Ага. Ну, это, наверное, поздно уже было делать. Дверки закрыты. Здесь еще скорпион. Давай, наверх. Не хочет? Как бы мне их там перестрелять-то, а? Они что-то все куда-то слиняли. Ладно. Не хотите, как хотите. Это что? Какая штучка красивая. Прикольно. О! Стоят такие, я к ним зашла. Они даже вообще ноль эмоций. Ну ладно. Так, осветительный. Да, мы можем снова уронить. Здесь есть. Господи, боже мой. Стреляй в них, Лара! Ну чё ты? Замечательно. А в того, наверное, не попасть, далековато.
Да-да-да. Давай подлечимся. Ух ты. А он-то в меня попадает. Ну ладно. Все-таки автоматы... заклинило. Мы можем так и не узнать, для чего чаще. Оно. Эту колонну трудно сдвинуть. Я заставлю колесо вращаться. Хорошо. Вот это колесо нужно заставить вращаться. Там у нас есть лестница наверх. Лестница. Так. Веревка. Ага. Отсюда, наверное, можно как-то попасть. Подождите. Стой, стой, стой. Лара. Ну-ка. Да не надо целиться сюда. Отпусти! Что ты к бочке прицепилась? Вон. А, нет, смотрите, не может. Не может. Ладно. Это нужно делать как-то сверху. О, аптечка. Обязательно надо взять. Собираем еще так же патрончики. Я поменяла, да, действительно, автомат на дробовик. Потому что они встречаются часто, и к ним есть хотя бы патроны. Думаю, что надо как-то на ней повиснуть. Как-то до нее добраться. Так. Ага. О, господи. Зачем ты свалилась? Да. Вот именно отсюда. И что дальше? Ого. Колесо заработало и все пришло в движение. Поздравляю, твое желание исполнено. Теперь это место ловушка. Ему нужна была женская ласка. Нам наверх. Хм, замечательно. Ну давай, Лара, раскачаемся. И, блин, надо, видимо, прыгнуть как-то на это копье. О, замечательно. Повисим пока. Пока колесо прокрутится, мне нужно допрыгнуть, наверное, до следующей веревки. Покрутимся пока. А, фитнес. Акробатика. Огромные-огромные каменные глыбы. Оп! Отлично. Я на месте. Так, звук какой неприятный. Иди сюда. Угу. Подтягиваем. Ух ты. Чтобы пройти через эти ловушки, их нужно активировать. Только ты можешь так думать. Мне это не нравится. Что за жизнь, если в ней нет опасностей? А это те, кто пытался активировать, как я понимаю. Вот. Вот раз, и там второй. Я не хочу быть на их месте. Так. Мне дальше. Замечательно. Так, да-да-да, копья. Оп. Отлично. Лезем по лестнице наверх. Правда, не знаю, что там, но я надеюсь, что там какая-то активация. Тех самых ловушек. Ага, контрольная точка. Ну, больше-то тут лезть некуда, кроме как наверх. Погнали. Тени такие от Лары. Круто. На, что же ты? Не зацепилась за выступ, который слева. Отлично. Так, теперь наверх. Еще. Еще наверх.
этот канал ведет прямо к колесу. Без пары тысяч галлонов воды это колесо не заработает. Другого способа все равно нет. Так. Они предлагают, что нам запустить воду. О, господи! Неожиданно. Да, он там, похоже, залип в текстуре. Мне повезло. Так, так, так. Это можно как-то передвигать. Плот. Хорошо. Лестница наверх. Это что? Посмотрим, что там. Ага. Артефакт. Ой, не то. Собираем. Наверх пока никак не попасть. Ага. Не заметила раньше этого. Отлично. Я наверху. И... намекает мне, что там вода, дамба. Нужно открыть. Хорошо, намек поняли. Так. И сюда спуститься? Похоже, да. Нет! Гара! Только не это. Или все правильно? Похоже, правильно. Потому что у меня здесь плод. А, нет! Плот, на котором мы, наверное, сможем передвигаться. Так. Дальше. Нет, отцепись от него. Не сюда. У меня так течением немножечко поднесло в правильном направлении. Стой, чиха. Изи, изи. Замечательно. Все идет пока прекрасно. Так. Снова огромные глыбы. Что-то типа весов. Угу. Так, хорошо. И мне вот до того идола, я так понимаю, нужно добраться. Раскачиваемся. Любимое занятие Лары. Именно в этой части. Но хотелось бы сказать, что вообще, в принципе, управление намного проще, чем в предыдущих частях. Там это было все намного сложнее. Прыгнуть, что ли? А, вот. Что-то она у меня как-то не прыгала. Так. Спуститься ниже. Ага, ладно. Нет, держись. Не надо здесь падать. Это смерти подобно. И зацепились. Класс. Все, я на месте. Так, какой-то огромный камень сбросили мы. И освободили тем самым платформу, которая что, теперь будет крутиться? Нет. Ладно. Вроде бы нет. И вот он, этот идол, я до него добралась. Смотрите, что происходит. Какие-то оковы на его руках.
Ага, он не может высвободиться. Понятно. Ну, вот здесь мы можем, конечно же, поставить этому кнопочку. Так. Ага. Одну кову мы освободили. А там? Там нет никакого камня. Мне, наверное, придется встать самой туда, на кнопку. Так. И потом быстро-быстро, пока она не закрылась, вернуться обратно. Жесть! Ладно. Хорошо. Давай, Лара. Нет, не успела. Отцепись. Еще раз. Хорошо. Надо довести до конца. Так, теперь побежали. Давай, 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 давай. Ну, почему? Господи, она слишком близко стояла. Бред, конечно, ну ладно. Неплохо. Думаешь, колесо все еще вертится? Посмотрим. Так. Контрольная точка. Наконец-то все заполнили водой. И где мой плод? Вон он. Смогу ли я здесь так просто спуститься? Ай! Нет. С потерей здоровья. Ну ладно. Главное, что я внизу. Вот он мой плод. Куда мы сможем на нем поплыть? Так, не работает. Может быть, мне нужно просто плыть без всякого плота. Течением прямо сносит меня. Смотрите. Хорошо. Спуск, я вижу, да, здесь есть. Нам нужно вернуться обратно. Там у нас камушек, наверное, закрутился, поскольку вода стало поступать. Так. Хм. Как-то нам здесь нужно очень-очень аккуратно спуститься. Не очень аккуратно, ну ладно. Так. О, интересно. Интересный способ боком спускаться. Да, активировались ловушки. И снова наверх. И нужно будет здесь проскочить. Гораздо лучше. Послушай, ты меня куда пугаешь? Уж лучше. В таком случае закрой глаза. Ты меня тоже пугаешь. Оп! Нет! Надо было туда запрыгнуть. Лара. Ну что же это? Да, мне наверх, потом на веревку и туда. Разворачиваемся. Еще. Допрыгнем! Отлично! Прыжок веры. Я верила в тебя. Тут желающие пройти. Так. Идем. Потихоньку. Замечательно. Мне, наверное, придется взять вот этот камень. Так не пойдет, Лара. Если одна из этих штук только коснется тебя. Я знаю. Значит, да держи ты этот камень. Поперли. О, господи. Нет, 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 нет. Фух. Проскочили. Слава богу, что больше нет таких архитекторов. Нет.
Давай, давай. Можно установить такие же дома. Отлично. Ты хочешь, чтобы я отсюда съехал? У меня нет больше аптечек, но я прошла. А, еще ловушки. Вы издеваетесь? Что это? Ты что-нибудь слышишь? Я что-то чувствую. О, черт! Нет! О, черт! Огромный камень. Чуть не задавил бедную Ларочку. Как я скучала по Гане. Чудом избежал смерти, как я погляжу. Вот ты где, Алистер. Ты узнал что-нибудь о фрагменте меча? На самом деле сразу несколько вещей. Я попробовал по рисункам на артефакте представить, как могло бы выглядеть все изображение целиком. И вывел следующее. Оп, у нас проблемы. Алистер? Зип? Странно. Да. Странно. Остановимся пока на этом и продолжим в следующей части. Красивейшее место. Я вижу, что мне здесь опять предстоит акробатика. И очень-очень классно. Да. Понаслаждаемся пока этим видом. До скорого, ребята. Всем пока.